В Нижневартовском районе водитель попался на взятки. Госавтоинспекторы остановили автомобиль для проверки документов и тут же установили, что гражданин ранее был лишен права управления транспортным средством. Инспекторы начали составлять протокол об административном правонарушении. Водитель, не желая быть привлеченным к ответственности, решил подкупить полицейского. Несмотря на неоднократное предупреждение стража порядка, мужчина все-таки положил 3000 рублей между сиденьями. Теперь уже он будет отвечать за правонарушение по уголовной статье.